В Омске прошли финальные матчи первенства России по хоккею юниорской хоккейной лиги. В борьбу за главный трофей вступили 12 дружин. В первый день игр 3 мая в Академии «Авангард» состоялось торжественное открытие соревнований. Участников поприветствовали министр спорта Омской области Дмитрий Крикарьянц и директор программы развития тренерского штаба хоккейной академии Николай Кузнецов. Они произвели символическое вбрасывание шайбы в стартовом матче. Омскую область представляла команда «Ястребы». В первой игре наши хоккеисты встретились с челябинским «Трактором». Перед началом финальной серии оба коллектива имели в своем арсенале одинаковое количество очков и занимали лидирующие позиции в турнирной таблице. Однако в результате встречи Челябинску удалось вырваться вперед, обыграв «Омичей» со счетом 5-3. Сегодня там много не получилось, это не повезло. Будем стараться еще больше работать. Я думаю, нам больше будет вести в оставшихся матчах. Будем выигрывать, доказывать, что мы лучше. Последующие 4 матча «Ястребы» провели блестяще, обыграв хабаровский «Амур», Тульскую академию Михайлова, московский «ЦСКА» и нефтяник из Альметьевска. В плей-офф «Омичи» вышли с первого места в группе. В итоге «Ястребы» завершили турнир победой над «Трактором» со счетом 3-2 и стали бронзовыми призерами первенства. Конечно, при своих трибунах очень приятно было бы выиграть, но бронза тоже неплохой результат. Третья команда в России. Конечно, рассчитывали на золото, но получилось, как получилось. За чемпионский титул боролись сильнейшие команды турнира «Салават Юлаев» и «Нефтяник». В первом периоде уфимцам удалось забить ворота противника 3 шайбы подряд. Во втором хоккеисты из Альметьевска смогли ответить оппонентам 2 голами. Однако окончательно повернуть ход игры в свою пользу «Нефтянику» не удалось, пропустив еще 2 шайбы. Таким образом, «Салават Юлаев» выиграл матч со счетом 5-3 и стал победителем первенства юниорской хоккейной лиги. Тут не было легких игр, все были тяжелые, от первой до последней минуты. Все старались, все били, все соперники хорошие, особенно сегодня. Парни очень старались, «Нефтяник», и во втором периоде переигрывали даже. Но на третьем мы поговорили с пацанами и сделали свой результат, который от нас все ждали. Смотря финал, видишь, что действительно вот к своим 17 годам ребята уже очень профессионально научены и в тактическом, и в техническом плане. Это, конечно, радует, что такая большая конкуренция уже в этом возрасте существует. Качество хоккея, которое показывают ребята, оно вот не вызывает никаких сомнений, оно очень высокое. Очень понятны и радостны те эмоции, которые у ребят возникают при выигрыше. Как радовались сегодня «Салават Юлаев», как радовался этой большой для них победы. Для победы они лучшие в своем возрасте. Это очень мотивирует для того, чтобы дальше выстраивать свою спортивную хоккейную карьеру.